Боты, думаешь? Ну, надеюсь, что это реально какая-то... А не косяк какой-то, из-за которого я опять не вижу ничего. Но обычно все, как бы в журнале действий все отображается. То есть это же твичевская стандартная штука, где все... Если в журнале действий нельзя что-то посмотреть, то где это вообще найти тогда? Ну я голду улучшил, теперь у меня на шестом боссе нормальная голда, и на седьмом уровне тоже более-менее, хотя бы вот. Теперь у меня только на пятом еще, наверное, можно улучшить голду. Вот, ну и на последних двух, понятно. Или даже трех. Это, кстати, было самое сложное место на уровне, то есть, в принципе, это не какая-то тупая ошибка прям. Вот этот прыжок, он... Ну, там реально, да, можно, надо чуть позже прыгнуть, там буквально чуть-чуть не дошел, но... Это не прям тупая ошибка, что я там забыл роуд, а просто... самое сложное место, по идее, на уровне. Самый тонкий прыжок. Ну, там два даже тонких прыжка подряд. Буду продолжать, короче, вот такие вот раны непонятные, просто чтобы почаще доходить до шестого босса. Вот с таким шестым боссом можно саб 21-30 делать, в принципе. Вообще, вот эту категорию я, конечно, сейчас закончу, и я в нее больше, наверное, никогда в жизни не вернусь. То есть, в отличие от Any%, где я еще буду улучшать. Тут, я не знаю, только если кто-нибудь меня когда-нибудь бопнет, но это вряд ли, кто будет вырываться сюда. Иногда просто экран не играет, кстати. Вот в Jungle Book я прям замечаю. Босс хороший. Я, кстати, в конце всегда делаю почти один лишний выстрел. На всякий случай. Но в остальном хороший босс. На уровне можно было перестать делать эту страту. Ну, мне пофиг. Это, в принципе, как реально с стоп-киллом на хахе третьем. То есть сейвит секунду. Если не получается, то теряешь там почти 5. Но... все равно пытаюсь сделать. Вот здесь я неправильно спрыгиваю, в последнее время не получается нормально. Немного теряется, но все равно. И вот это тоже нестабильная страта. Да куда ты цепляешься?
не допрыгнул. Я, может, и рано отпустил прыжок, или... Не совсем понятно, почему сейчас он не такой большой прыжок делал, как обычно. Блин, что за хитбокс у змеи такой? Концерт на Гуине, блин, уровень-то неплохой был. Босс тоже так себе. Только 2 секунды потерял. На уровне тоже 2, но там даже чуть больше, мне кажется. Ну, в общем, где-то вот с таким пейсом несложно доходить до 5-го. То есть... Саб-8, по идее, делать это... Довольно изи, тут с кучей ошибок можно. Ого, блин, я новинка с первого раза не получалось.
Блин, лягушка мне в конце. Ну это, в общем-то, топовые пятые, да, за исключением вот пары моментов. Там лягушки и... Ну да и все, по большей части. Я это полсекунды где-то потерял из-за рандома, а там какие-то на уровне только незначительные таймлузы, там какие-нибудь десятые доли секунды. То есть максимум можно, наверное, секунду еще улучшить, и то это все идеально должно быть. Вот, теперь у меня, в принципе, до 7 уровня хороший сок, хорошая голда везде. Шар. Мистер Мдин меня еще никто не называл. Ай. Да это понятно было, что я его везде ботнул там. У него веры примерно везде одинаково хреново оптимизированы были. То есть там не было такого, что он там в какой-нибудь одной категории упоролся, а в других не стал, поэтому где-то в одной категории его сложно ботнуть. Не, везде было легко. Блин, промазал. О, хороший рандом. Все время в одном месте появлялся. Ну. Да чё за... Почему хитбоксы такие странные? Это из-за того, что бананы крутятся, и у них хитбоксы разные. Они то попадают, то нет. Ну, первое... Вот здесь... Первый цикл был... Ну, такой тоже средний вроде бы, много ходил, но далеко не ушел. Второго цикла начало было хорошее, ну вот, в конце потерял. Но в целом это босс, это лучше среднего, мне кажется, босс. То есть в прошлый раз вообще был почти идеальный, а этот, типа, чуть лучше среднего, наверное, так. Блин, вот это... Плохой паттерн. А, блин, ну... Не так. Пофиг. Буду везде дамаг получать, все равно. Тут ХП предостаточно. Здесь мне нравится, что... Не надо брать бумеранг, можно спокойно заскакивать сразу же.
здесь не прыгать, потому что иначе дамаг получаю. Тут тоже я плохо знаю, как это место нормально на лоу проценте проходить, поэтому иду как получается. Без дамага прошел. Ну тут лучше через дамаг, но быстрее. Жизни достаточно. Кристалл не заспавнился. Окей, бывает такое. Сап 21.30. Я вот все смотрю на время, думаю, близко получится или нет. Получилось. Это хороший ран на самом деле. Это действительно, ну, не хуже, мне кажется, чем вот на 1% я сделал. Спасибо за GG. Джеймс, Лошара, Роман. Но это точно я улучшать не буду уже. Типа, для такой категории никому не нужный, это хороший ран.